канале Золотого парка такси. Меня зовут Алекс, и в этом видео я расскажу, в каких случаях вы можете претендовать на промокод от Яндекса. А в конце видео я расскажу, как прямо сейчас вы можете получить целых 2 промокода Яндекс, работы без комиссии на 12 часов. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите это видео до конца. Итак, в каких же случаях Яндекс компенсирует вам ваши затраты промокодами? Например, вы купили смену и по каким-то причинам не докатали свою смену до конца. Например, вы купили смену случайно, либо ваш автомобиль сломался, и вы едете на устранение неисправности. Вы пишете поддержку Яндекс.Такси, объясняете ситуацию, и с высокой вероятностью вам Яндекс даст промокод на комиссию. Во-вторых, если пассажир был с ребенком и не указал, что ему нужно детское кресло, также вы можете обратиться в Яндекс. Пассажир не указал, что будет с питомцем или с каким-то животным, не была выбрана опция перевозка домашнего животного, тоже обращайтесь в Яндекс, вам он даст промокод. Бывает так, что в Яндексе бывает продолжительный сбой в таксометре, при котором вы не смогли нормально выполнять свои заказы, и точно так же вы можете претендовать на промокод. Естественно, эта ситуация должна иметь массовый характер. Напоминаем, что Яндекс компенсирует неоплаченную наличку, но только раз в месяц. Если у вас платина, то компенсирует неоплаченную наличку целых 2 раза в месяц. В этом случае не должно быть попыток у клиента делать вам наличные переводы, либо переводы с карты. Также вы можете получить промокод за возврат забытых вещей. Если ранее вы сами писали о находке, и можно понять, что вы далеко находитесь от места возврата. Если не была оплачена поездка клиентом, и он вышел на промежуточной точке, обязательно необходимо звонить в Яндекс во время ожидания этого пассажира, когда вы еще не закрыли заказ. Как правило, комиссию сервиса по такому заказу Яндекс тоже отменяет. Вы можете попробовать получить промокод за конфликтного пассажира. Бери меня, дай меня, что? Я сказал! Точно так же пишите в Яндекс, объясняйте ситуацию, и высокая вероятность, что вам дадут промик. За, конечно же, испачканный салон. Обязательно должна быть фотография загрязнений. Также загрязнения должны быть четко видна ваша СТС-ка. За увеличенное время в пути по сравнению с рассчитанным, если больше, чем на 30%, но не менее 15 минут. Также вы получите промокод за 3 подряд отмененных заказа клиентам. Тоже пишите в поддержку. Также вы прямо сейчас можете получить промокод на 12 часов работы без комиссии Яндекса. Делается это очень просто. Обязательно у вас должен быть аккаунт обычного самозанятого. Вы пишите нам по ссылочке в описании в парк. Мы регистрируем вас в парк по 2%. Вывод моменталки 1%, минимум 45 рублей. Также вы можете вводить денежки абсолютно без комиссии. Вы катаете сегодня, например, 10-12 заказов. Завтра вам прилетает промокод на 12 часов. Если вы все делаете правильно, все делаете хорошо, вы еще раз можете провернуть эту схему. То есть вы еще раз завтра катаете 12 поездочек, и послезавтра вам прилетает промокодик еще один на 12 часов. Обращайтесь по ссылочке в описании, мы все по красоте сделаем, и вы получите свой промокодик. Как-то так, это основные способы, как можно получить дополнительные промокоды от Яндекса. Используйте свои возможности. Если возникают какие-то проблемы, обращайтесь либо сразу в Яндекс, либо обращайтесь в наш парк, мы обязательно вам поможем. Как-то так, всем удачи, всем хорошего дня, всем выгодных поездок и больших заработков.